Здравствуйте, друзья, добрый вечер. У нас новостишечка есть по поводу разделения Калифорнии на три штата. Если вы помните, а может быть и не помните, мы на эту тему говорили не так давно, а может быть вы слышали это не от нас, но есть тут некий человек, богатенький такой, инвестор айтишный, он на свои денежки собрал подписей для включения, нужное количество подписей собрал для включения в референдум, который происходит на ноябрьских выборах. Знаете, там в один день, когда выборы, 6 ноября будут выборы, там будут одновременно выборы, там губернатора Калифорнии избирают, избирают там кучу народу в палату представителей и так далее, и так далее. Ну и в частности, вот, есть калифорнийские референдумы. Вот тоже туда все идет. И закон о референдумах такой, что, значит, вот надо собрать там какое-то количество подписей, не безумно большое, и народ будет голосовать. Вот он, значит, сорганизовал. До этого была идея 6 штатов там. Ну вот, сделать 3. Хорошо, 3 штата. И включили в повестку дня, да, после чего вмешался, значит, Калифорнийский Верховный суд, который принял решение убрать это дело из бюллетеня. Было это, по-моему, 8 июля, вот если сегодня там 9 августа, то ровно месяц назад, 8 июля, суд принял решение убрать это дело из бюллетеня. И тонкость тут вот какая. Дело в том, что разбиение штата на три – это изменение конституции штата. Так они как бы рассудили, что это уже не просто там что-то там по мелочи, а это уже изменение конституции. А изменение конституции, прежде чем пойти на референдум, а Калифорния, надо так сказать, такой штат, где концептуально очень много вещей выносится на прямое голосование, на прямое решение народом. В частности, вот эти вот референдумы. У нас очень много тут прямого принятия решений. Так вот, чтобы попасть на референдум, изменение в Конституции должно предварительно получить 2/3 голосов, то есть должно пройти большинством в 2/3 голосов на уровне Калифорнийского законодательного собрания, Сената Калифорнийского. Вот. И дали 30 дней. Значит, его Тим Драппер, его зовут, дали ему 30 дней, чтобы он что-то там такое ответил. Ну, и может быть он как-то, не знаю, там опротестовать захочет или что-то. Тот сказал, что принял решение не опротестовывать. И, в общем, как бы там сказал, что они за козла все ответят. Там и вообще вот они там времена меняются, весь мир меняется, а вот эти вот законодательные органы не меняются. В общем, тыры-пыры. И, короче, история вся на этом закончилась. Вот такой вот, можно сказать, мыльный пузырь. Многие радовались, ликовали, думали, сейчас вот тут что-то такое произойдет. В том смысле, что кирдык, значит, там какой-нибудь, ну, я не знаю, так, ну, просто добрые люди, им хотелось как-то вот, чтобы мир стал лучше, но не получилось. Вот на этом, друзья, мы с вами и расстаемся. Калифорния остается в тех границах, в которых была раньше. Счастливо!